Всем привет, ребята, с вами снова Мэфик. Я нахожусь в заливе Лонг-Айленд, это Соединенные Штаты Америки, штат Коннектикут. Мы сегодня будем с вами ловить полосатого баса, striped bass. Мы будем с вами ловить некую bluefish и в надежде, что будет еще тюна, альбакор и некоторое количество донной рыбы, называемая ток-фиш. Рыбалка будет отличная, так что поехали. Едем от озера Онтарио до города Сейбу, Ол-Сейбу. Осень вокруг, просто такие цвета сумасшедшие, очень красиво. Нужно все это будет на видео, а мы сейчас готовы выйти в море скоро. Нас ждет пара кораблей, и это будет супер рыбалка. Little short 4-hour drive, wasn't too bad. Except, Shota's sick, and he's sleeping. Shota's sick and sleeping. That's bad news, but everything else was okay. Four-hour drive, not too bad. Beautiful. Yes, very pretty. Leaves changing. What do you think? Leaves changing? I know only one thing. All guys in the back seat want to get big bag today. Big. Yeah. Big. All right. We're going to be fishing with the double mics today. My real good friend Mike Morzini, aka the fishing rapper today, and we're going to be fishing for stripers, tog, blues, maybe a bonus albie. Ну что, побежали! Тюльк! Рыбалка будет происходить в устье реки Коннектикут и примерно в пределах 10 километров от устья. В целом глубины здесь небольшие, до 3-4 метров. Ну что, ребята, погружаемся мы с вами в лодку. Идем по пирсу сейчас. Все готово, в руках удочки. Майк. Лист. Все нормально, все готово. Гиды говорят, что все хорошо. Вчера отловились нормально по страйперу. Ну и некоторое количество другой рыбалки будет. Другой рыбы, я имею в виду, конечно. Альбакор, возможно, ток. Ну и так далее, и так далее. В общем, это морская рыбалка в устье реки. Yep. I'm in. Good. Get the rods for you. I'm looking right now on the side scan to see if I see any fish, if I mark any fish on this flat here. I saw some birds here earlier this morning, and you know, I wanted to see if we could find anything before we move out. So we may try this, but we're gonna take a look.
around. Yeah. Oh! Oh! What the? Right off, right over to this side. Adam? Ah, yes! You want me to get him? You got one? Ah! Adam? Yeah, okay, I'd love to call the hot. I mean, phone's out there. Yes! Ah, the fuck! Вторая поклевка, ребята. Yes, Fiverr! Yes! I don't know how we release it! Fiverr! Yes, Fiverr! Yes, yeah! The Fiverr is so good! Thanks! Yeah. Got one? Oh, вот он! Here you go. Nice, nice. Yes, man. Look at all those blitzes right there. Whoa! That's a shot! Yeah, I mean. Nice! Woohoo! My first striped bass. Good job. Ребята, вот мой первый striped bass. Ну такой небольшой, в принципе. Питер уже взял. You got three or four? He don't know. Four, I think. Ну такой небольшой, смотрите. Красавец. You can kiss him. Бай-бай. Bye-bye. Ребята, это был воблер от компании Aquatic. Вот такой вот воблерочек. Довольно долго я его держал у себя как бы в закромах, в запасе. Но, тем не менее, он разловился довольно успешно. Посмотрите, какой красавец. Давайте менять приманку. Ну вот, ребяточки, такой тоже небольшой, но смотрите, спохватился. О, пасть какая. Ла-ла-ла. Давай, иди, спасибо. Есть! Ух, that's big! It's a good one. In front of the railroad bridge, about like maybe a half mile in front. Ну вот, друзья, уже такой хороший, это приличного размера, в принципе, ну, не прям совсем здоровый, но тем не менее, смотрите какой, ох, красавец, давайте его отпустим, иди. Yes! Double hit! Double! Double hit!
Ребята, это просто рыбалка офигенная. Ребята, он разогнул крючок, смотрите. What the fishing? Yeah. Yeah, here. Yeah, поклевка, ребята, была. Есть! А! Ребятушки, посмотрите на эту штуку. Какой он вообще красивый, такие полоски. У него плавничочки, глазища огромные. Клюет он просто бойко, дерзко. Бам! Вжж! Супер! Просто супер рыбалка! Иди! Фу. Это был воблер от Kingdom. Тоже давно еще покупал, плавающий. 100 мм, 20 грамм. Хороший воблер довольно. Что, ребятушки, перейдем обратно на акватик. Акватик сегодня хорош. I think it's bottom. Oh, bottom? Okay. Here's shallow, yeah? Yeah, very shallow. He just follow, and oh. Yes! Это был, ребята, акватик. Ребята, вот он бой, вот он бой. Вот чайки кружат, вот бой. Их даже видно. Есть!
fat little guy. Ooh. Fat. Fatty boy. Yeah. Такой толстячочек полосатенький. Клево. Вон и Питер там. Who's that? Who's that? It's blue fish. Blue fish. Oh. Yeah, blue fish. Yes! Hi. Nice. Ah, yes! Вот это рыбалка, ребята! Блюфиш, блюфиш! Ребята, это блюфиш, это первый мой в жизни блюфиш. У него такие зубы внутри, просто кошмар. Это хищник, агрессивный хищник. Он берет очень жестко. Поклевка просто жесть. Вот такой вот. Давайте отпустим его. Let's release it. Bye-bye. Да, ребята, это Kingdom. Вот такой вот цвет. Флотинг тоже, 20 грамм. 27 грамма. Морской воблер. Cap, they move there. Over there? Yeah. Oh, 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 fish out, fish out. Yes. Double. Double hit. Nice. Double hit. Woohoo! Oh, pick up, pick up. Oh. Oh, big one! Yes! Whoa! What? What? Yes, baby! Yes! Yes! Nice! Oh, nice! Wow. Big one! Big Is one! A spoon? Yep! Big one! Wow. Nice. Is that a bigger one? Yes. Yeah, big one, big one. Yes, it's a big one. Nice. And a spoon. Really nice. That is cool. Oh, yeah. Nice one. Oh, big one. Good job. Oh, pick one. Good one. It's a good one. Yeah, good one. I'm just reversing us a tiny bit because I got to watch these rocks, okay? Maybe you can fish off the back, toward the rock. I just gotta reverse us because we're drifting toward the rocks. So I just gotta slowly. What he do? Those are good striper colors on that spoon. They like orange and white. Nice. Seven pound, nice 7 pound. Ох, ребята, вот он трофей, it's trophy. Да, смотрите, какой большой. О, не кали меня, пожалуйста. О, он просто огромный, хороший, дал жару. Бам, клюнул прямо около камней. О, Кэп сказал, что очень странно, что на блесну он взял, но тем не менее я пробовал блесну. Спун, working man's. Ну что, пока, чувачочек, пока. Change the bait. Now you're changing the bait? Yeah. Okay.
there. Ah! All around us. Right in the middle of us. Yes! Это... Nice. Это что-то хорошее, ребята. Good one? Yeah. Oh, nice. Oh. Here, let me grab it. If it comes unhooked, it's gonna hook me. Фу, ребята, это просто какой-то рыболовное. Oh, big one. On a spoon, man. Yeah. Bluefish. Вот это да, ребятушки. Вот это да, посмотрите, что у него во рту. Это приманка, снасти good. Снасти good.ru. Thank you very much. Спасибо вам, ребятушки. Прислали мне хорошие приманки. Я думал, что разловлю эту приманку по селману, да, по лососю, но тем не менее получилось так, что я поймал на него в море страйкбасса. Вот это да. Вот она. Иди, спасибо тебе. Nice. Oh, nice. Yeah, like, you see that right there? Yeah. See him right down there? How deep? 22 feet. 22. Got one? Yeah. It was bluefish. Oh yeah. Yes. Small one. I think it's bluefish. So funny. Yeah, it's here. Yep, it is a bluff. Yeah. I just released. It's here. Ah, bluefish. What is it? Bluefish. Bluefish. Yes. That one? Nice. Thank God.
Keep it tight. That's a big one. Yep. Just keep it steady. Keep it steady. That's a big one. That's a fucking big one. All right. Where's my grip? Oh, nice. Ooh. Oh. Yes! Yes, baby! Yeah! Well, Seabrook Rock, which one is that? Oh, it's big! It's big one! Nice one. All right. Oh yeah, we just hooked another big one. All right. Yeah. Yeah. Did you get a 46 pounder this year or no? I'm just wondering. All right, I gotta go. I'll talk to you later. Bye. Ох, ребятушки, трофей сидит на крючке. That's why. Ну, it's not trophy. Это не прям сильный такой трофей, но тем не менее, смотрите, какой он большой, огромный. Фу, соблазнился на юзури. О, ребята, давайте отпустим его. Let's release it. Bye-bye. So you guys let me know. I mean, if we're gonna blackfish, we should do it pretty soon, because it's a little. We have to drive down that way. Where's the guys? They're over there. They're out there. They're not doing that well right now, so they're gonna blackfish soon too, I think. But I don't know. They may blackfish like somewhere over here. I was thinking of a different spot down there a little bit, but I don't know. We could all fish near each other. I don't. It's up to you guys. You said blackfish. Yeah, tautog. Ah, tautog. Okay. Tautog. Yeah, let's go talk. You want to talk? Yeah, let's go all talk. Right. All right. Peter, let's go talk. Yeah. Okay. Let's go. We changed the bite to the bottom. Yeah, I'm gonna show you the rigs that we use because we're using crabs. So they're special jig heads. They're heavy jig heads, but they have a small gap, hook gap for the blackfish. But yeah, I mean, we'll figure it out. Like, you could literally, we could tie it right onto this. Yeah, sure, of course. Yeah. Could you show how it look like? So they look like this. Like this. That's a tautog blackfish. Mm-hmm. They look like that. Ooh. Notice how it's heavy, yeah. But the hook is not that big. Yeah. See how it's heavier, but the hook's not that big, and the crabs are in the bucket. You cut the crab in crabs half. Crabs is alive. Is they're alive, live crabs. They're live bait. Смотрите, ребята, это вот специальный джиг для этого ток фиша.
такой вот джиг интересный. So a lot of times people don't usually use jigs. It's a very new thing to use jigs. People usually just use weights like a heavy sinker and mm-hmm. then just a big hook and they hook the crab on that. But in recent years, whoever discovered that the jigs were like a great method, they're alive. But usually what we do with these is we cut them in half. Okay. You can hook it through this back leg area. Yeah. Like that. Mm-hmm. Okay. Yep. They look like these gnarly human-like teeth. Oh yeah. You had a hit? Yeah. Okay. Good. We will take him. Go ahead. Make barbecue. Oh, you're gonna keep him? Yep. Okay, yeah, let's measure, make sure it's a keeper. I think it is, but we'll double check. Ребят, ну вот это токфиш, так называемый, взял на краба. Ну, такой хороший боец, трын-тын-тын-тын-тын такой. Ну, похож на группера, в принципе. И даже, мне кажется, немножко похож на ауху. На ауху, то есть такая она. Зубы, посмотрите на его зубы. Вот они какие у него. О-о-о. Интересная рыбка. Новая для меня, никогда не ловил раньше, поэтому, наверное, заберем ее, сделаем барбекю. Да! So we cannot take if it is smaller than... I don't know if this is 16. Oh, it's pretty close. Can take. No. Okay. 15 and a half. All right. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Ну что, ребят, поделать? Забирать нельзя. Yeah. Nice. Ah. Oh. Oh. What happened? Is that a fish? Oh, shit. All right.
Are you on? Yeah, I'm on. Be careful. Yes, I do. Watch the motor, and if it's rubbing a lot. I do. Just be careful, because sometimes they get you into the rocks. Oh, shit. Okay, that's a nice one. That's a real nice one. Nice one. All right, there you go. Nice one. Oh, whoa. Nice. Whoa. That's a toss. Whoa. Hang on. Whoa! Good job! There you go, baby! Yes. Now that is a tog! Yes! That's a beautiful fish! Here. Hold them like that. Hold them like I was holding them. Yeah, beneath. Oh, yeah. Yeah. That is a nice fish. Камон. Ну вот, ребята, это уже трофейный тог. Хороший тог, мы ее заберем, пожарим, хорошо на барбекю будет, очень вкусно. Да, это просто супер. Ребятушки, вот он какой, посмотрите на него. Похож немножко на группера все-таки, да, мне кажется. Ну вот и все, ребятушки, рыбалочка закончена сегодня. Отличная рыбалка, Stripes Bass, этот просто хищник такой, ух прям. Что мы сегодня взяли с вами? Stripes Bass, Bluefish, и в самом конце я взял трофейного тога. Интересная рыбалка. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все вот это делаете, можете дизлайк даже поставить, если хотите. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!